Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Молодцы какие, представляете, никак они там не договорятся, никак не поделят. Они не понимают одного, что они делят то, что им не принадлежит ни Эрдогану, ни Путину, ни Башару Асаду. Поэтому о чем бы они ни договаривались, ни в Сирии, ни в Ливии, да, там с маршалу Хафтару этому не принадлежит. Они никогда ни о чем не договорятся. Вернее, они договорятся, но никаких соглашений не будет исполняться. Потому что это не все стороны. Вы понимаете? Мы можем о чем угодно с вами договариваться, да, там вот давайте договоримся, что там Петька какой-нибудь с улицы Зеленой в Саратове сделает то-то и то-то. Но какое отношение мы к этому Петьке? Мы можем ему погрозить, мы можем ему заплатить, мы еще что-то, но мы не Петька. Так и эти ребята, они договариваются, при этом они не представляют всех сторон. Они пытаются договориться все с одной стороны, так не бывает. Уникальная дипломатия, уникальная совершенно. Я понимаю, если бы они договаривались против кого-то, да, там вот мы все объявили, они сами друг против друга и договариваются между собой насчет каких-то действий между собой относительно. Ну ладно, они договорились, мы там все задавим, там все вместе бросимся и задавим там кого-то, я не знаю, курдов. Но курдов вы не задавите, их 40 миллионов. Там, или каких-то этих, так сказать, в Ливии, назовем их правительственные войска, да, тоже не задавите, потому что на их стороне Европа, Евросоюз, НАТО и прочее, как вы их задавите. Так что о чем вы договариваетесь? Я понимаю, что Эрдоган там в том числе на стороне не маршала Хафтара, а вот тех самых правительственных войск. Видите, даже здесь такое несовпадение идет. Такие вот дела.